Ксим, расскажи, пожалуйста, что мы сегодня проходили? Мы проходили конъюнкцию и дизъюнкцию. Так, а расскажи, что такое конъюнкция, что такое дизъюнкция? Конъюнкция – это когда должно, например, сработать два элемента, там, например, детектор синего и расстояние одновременно, тогда только что откроется, например, замок. Ага. А дизъюнкция – это когда, например, или, то есть либо как бы поднесут красный цвет, либо детектор сработает. Ага. А вот ты что запрограммировал? Кого? Я запрограммировал конъюнкцию. А у тебя не просто конъюнкция на два условия, а какая конъюнкция? На сколько условий? Да, у тебя на 4 условия. На 4 условия. А что это за 4 условия, а, Максим? Цвет, расстояние, нажатие и... Ага, какие цвета у тебя? Цвета красный, зеленый. А, то есть у тебя робот в каком случае начнет двигаться? Если все будет. Что именно? Зеленый, красный, нажатие, расстояние, все вместе. А как ты заправил? Зачем ты использовал переменную? Объясни, пожалуйста. Вот ты задавал значение переменной, как единицы при срабатывании красного, зеленого. Смотрю, зачем ты это делал. Чтобы, например, здесь задавал значение единицы, куда, например, там поднесут, например, возьму зеленый. Ты поднес, да, зеленый? Поднес зеленый. И переменная стала одному. А потом ты проверял, да, в конъюнкции, не равна ли это значение этой переменной одному. И если все вместе... А если бы вот мы вместо конъюнкции использовали дизъюнкцию, здесь везде было вместо и или, чего было бы достаточно? Чего угодно, например, чтобы поднес зеленый, он бы уже сразу же сработает, а да? Так оно сработает только если все вместе. Красный. Вот красный, зеленый. Да. Нажал кнопку, поднес датчику расстояния, и только тогда робот заработал. Работал и опять обнулил. Давай, ну давай медленно покажем, вот на видео, давай, подноси красный, зеленый. Mm-hmm. Зеленый стал, вот переменная одному равна, дальше подноси красный. Стало тоже переменная одному равно. Дальше нажми на кнопку. Вон где кнопка. Вот, нажал на кнопку. Переменная стала одному. И осталось датчик расстояния. Вот ты поднес руку к датчику расстояния. И робот затанцевал. Ну что, Максим, понял тему конъюнкции и дизъюнкции? Да. Логическое и логическое или. Да. Ну, молодец. Вот. Тогда я тебя, Максим, отпускаю с занятия.